Hi everyone! Сегодня мы с вами выучим несколько новогодних слов. Поехали! Первое слово Merry Christmas, потому всем вам хорошего Рождества. Ребятишки, а где вы нашли подарки в этом году? В новогоднем носке или под елкой? Я под елкой. Может, вы тоже? Stocking – это носок. О, ко мне как раз прилетел стокинг, в котором должны быть кэнди. Where is my sweets? Дед Мороз, это ты все съел? Ну, короче, понятно, но я в этом году все равно много подарков получила, и конфетки мне уже не нужны. Christmas tree. Новогодняя елочка на английском. Christmas tree. А украшения, которые вы видите на нашей елочке, decoration. Дедушка Мороз на английском. Santa Claus. Очень часто носочки вешают на камин. Fireplace. Но у нас дома нет fireplace, потому у кого есть, пришлите мне фотографию, пожалуйста. Сани, на котором едет Дед Мороз. Слей. А олени, которые их везут, называются reindeer. Санта Клаус обычно приходит к нам в домоход, чтобы нам вручить подарки. Чимни. Гирлянда на елке называется chain. Вообще, чейн – это цепочка. Ну, так как гирлянда похожа на цепочку, тоже чейн. Шарики на елке – ball. А колокольчики – bell. Подарочки – presents. Сколько подарочков получили вы? Пишите в комментариях. Мне будет очень интересно посмотреть. How many presents did you get? Для меня самым крутым подарком в этом году стали наши котята. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. И я вас всех люблю, всем пока-пока. И еще хочу напомнить, кто подписан первый на наш канал, тот и будет первым узнавать о наших новых роликах. Всем пока!